Светлое пасхальное воскресенье. Что это значит для меня? И значит ли вообще? Это праздник или не более того? Да и вообще, это выходной день, и надо хорошо отдохнуть. Но что я должна знать? Может быть, проще вообще ничего не знать? Проще, проще. Что изменится от того? Да и зачем ей знать? Не лучше ли... Она должна знать. Что знать, что завистливые люди убили невиновного? Ей нужно объяснить смысл Пасхи. Да не нужно ей ничего объяснять. Пусть девочка наслаждается жизнью. Здравствуй, красавица. С праздником тебя. Здравствуйте. А откуда вы меня знаете? И кто вы вообще такие? Да нам по службе положено знать. И я твой лучший друг. Собралась погулять? Да-да. Хочу в парк с ребятами сходить. Выходной же. Нужно чем-то заняться. Выходной? Так не просто же выходной. Это же праздник Пасха. Я вот обожаю праздники. На учебу идти не нужно. И выспаться можно. Неужели в этом смысл Пасхи? Я же тебе говорил, не мешай девочке наслаждаться жизнью. Ну так праздники. Они же для этого и созданы. И ты не хочешь узнать его смысл? Хочу, не хочу, не знаю. Да, конечно, не хочет. Со времен Адама ничего не меняется. Когда она узнает правду, это изменит ее жизнь. Какую правду? И что значит «изменит мою жизнь»? Вот видишь, ты опять вводишь душу в волнение. Пусть все остается так, как есть. Меньше знает, лучше спит. Да нет уж. От незнания эта душа может погибнуть. Скажи, что для тебя Пасха? Какой ответ в сердце у тебя? Пасха это...
Не знаю. Не спеши с ответом. А давайте и у других спросим. Проведем, так сказать, соцопрос. Даже интересно, что на этот раз скажут. Ха. Присядьте. Итак, начнем. Что для вас Пасха? Это красивый праздник. Да, я даже фильм смотрела. Как его? «Страсти». Я даже плакала, когда смотрела. Ой, как жестоко поступили с Иисусом! Убили ни в чем не повинного человека. Да еще как! Распяли на кресте! Как вспомню! Ой, дрожь по телу! Вот злодеи! Я потом всю ночь не спала. Разве можно такое снимать и показывать на большом экране? Я так плакала! Так плакала! Ой, вот злодеи! И все? И все. Следующий. Че, Пасха? Не знаю. Праздник и праздник. Отстаньте. Ну что это может быть? Хорошее время потусоваться с друзьями. Вот вам и праздник. Алло, ма! Да ты чё? Какая помощь? Сегодня ж Пасха. Ничего делать нельзя. Это ж грех. А помощь до понедельника подождет. Пока. Следующий. Пасха? Ой, да какой же это для меня праздник. Пока все магазины обходишь, скупишься, а потом наготовишь, да так устанешь, праздника не захочешь. Ну что еще? Ну печем вкусные куличи, красим яйца. Зачем? Так выросла на этом. Так делала моя мама, знакомые. И я так делаю, ну чтобы от других-то не отстать. Ой, а цены? Вы видели эти цены? И куда смотрит правительство? Подождите, подождите. Так разве это главное? Ай-яй-яй, ох и цены. Ха, ничего не меняется. Василий, ты крашенки в корзину сложил? Да сложил. А куличи полотенечком накрыл? Да накрыл. А сало с кровяночкой и наливочку не забыл? Да кто ж такие вещи забывает? С утра ж разговеться нужно. Что для вас Пасха? Пасха? Не знаю. Я знаю. Это праздник. И мы все идем в церковь, освящаем пасочки. Вот, все как у людей. И пасочки, и крашенки, и сало. Для чего? Так все так делают, традиция такая, и ее не надо нарушать. А, еще говорят, Христос воскрес, воистину воскрес, целуются и идут разговляться. Ну, пошли, пошли скорее. Ну, пошли, пошли. Да уж, ничего нового под солнцем и нет. Все, в принципе, так же. Так что расходимся. Так что же на самом деле для нас Пасха? Ты действительно хочешь знать? Да, а то я совсем уже запуталась. Ну что ж, это ваше право. С чего начнем? А начнем мы с самого начала. Праздник Пасха Господня берет свое начало из Ветхого Завета. В те времена, когда иудеи 430 лет были рабами в Египте, где изнуряли их тяжелыми работами. Да, египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. Бог
видя страдания народа своего, призывает Моисея и посылает его к фараону, чтобы вывести из Египта народ свой. Но сердце фараона ожесточилось, и он не захотел отпускать евреев. Тогда Бог послал 10 казней на Египет. Последняя была самой страшной. В каждом доме должен был умереть первенец. Да, Бог бывает очень жесток. Неправда. Чтобы уберечь свой народ от ангела смерти, он повелел заколоть однолетнего агнца, обмакнуть пучок иссопа в его крови и помазать ею косяки дверей и перекладин. До утра никто не должен был выходить из дома. И пошел Господь в ту самую ночь по земле египетской и поразил всякого первенца от человека до скота и над всеми богами произвел суд. А где была кровь на домах, Господь не позволил губителю войти для поражения. Это и символизирует Пасху, когда благодаря жертвенной крови Агнца ангел-губитель проходит мимо нас.
Как говорится, это дела давно минувших дней. Мы не в Египте, не в доме рабства. Так что... Это и все? Как же так? И все. Нет, не все. Ну не сидится тебе молча, говорливый какой. Это только начало. Ну так что же? Что же было потом, когда Бог уже вывел евреев из Египта? А дальше, как и положено, люди стали забывать о Боге, поклоняться идолам, враждовать, стали завистливыми и обманщиками. В общем, становились рабами греха, злых дел. Эх, забыли, что за это придет наказание. Бог есть любовь, добрый и милостивый, но справедливый. И каждый должен был получить по делам своим. А знаешь, как наказывается человек за плохие дела, а? Он навечно отправляется туда, где ни радости, ни света, ни сострадания. Только тьма, плач и скрежет зубов. И это вечно. Да, вечно. Это не просто долго. Это когда нет конца. Ой, как жаль, что такой конец. И неужели совсем нет выхода? Вот, конечно, есть. Богу тоже очень жаль людей. И поэтому он сделал так, что на земле в виде маленького ребенка родился Божий Сын, Иисус Христос. А зачем? Да, и зачем ему это надо было? Чтоб Христос напомнил людям о Боге и показал любовь, милость и сострадание. Вечный Божий Сын младенцем стал. Что этот кроха может изменить? Ликуют небеса, там знают, он свершит. Чтоб мир спасти. Аллилуйя, аллилуйя. Божий Сын стал слугой, чтоб с нами быть, здесь с нами быть. Да, это тайна для меня. Он видел все века, он знает все сердца. Ему подвластно все, земля и небеса. Аллилуйя, аллилуйя.
Иисус Христос рожден для всех людей. Младенец знает, как помочь твоей душе. Иисус стал тем непорочным агнцем и пролил свою кровь за всех людей. Иисус агнцем? Как это понять и впустить в свое сердце? Не понимаю. Открой сейчас свое сердце. Пусть оно очистится через истину и любовь Отца. Представь себе то время, когда Иисус ходил по земле. Богом был послан человек по имени Иоанн Креститель. Он должен был свидетельствовать о свете, чтобы благодаря ему все поверили в этот свет. Послушайте меня, Царствие Божие уже близко. Я крещу вас водой, но после меня придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его обувь. Иоанн, что же делать нам дальше, после того, как ты крестил нас в воде? Тот, у которого две рубахи, пусть даст одну тому, у которого нет вообще. И тот, у которого есть еда, пусть делает то же самое. А вы не требуйте с людей больше, чем положено. Так ты пророк? Нет. Кто же ты? Я голос, который раздается в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Блаженны нищие духом, им принадлежит небесное царство. Блаженны плачущие, они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. А почему твои ученики нарушают обычаи наших предков? Да, они не омывают руки перед едой. Выслушайте и постарайтесь понять. Не то, что входит в человека через рот, делает нечистым, но то, что исходит из уст, исходит из сердца, и это оскверняет человека. Потому что из сердца исходят злые мысли, убийство, разврат, воровство, клевета. В смирении приходим мы
искать твоей руки для спасения земли. О Господь наш, исцели, молим мы. У меня от его слов зажглось сердце. Пришла такая радость, покой. Но боюсь... Чего? Сможет ли он меня простить? Ведь я столько ошибок сделала. Не всегда была послушной. Что и говорить, и вспоминать не хочется. А он такой чистый, светлый. Так вот уж, о чем речь? Куда тебе до него? Со своими ошибками. А если еще и этот случай вспомнить? Не слушай никого. Слушай свое сердце и доверяй ему. Иди, иди, блудница! Как тебе не стыдно? Опозорила всю семью. Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления. Она изменила мужу. И по закону таких нужно побивать камнями. А ты что скажешь? Ну, что ты молчишь? Говори. А может, ты хочешь бросить в нее камень? А? Кто из вас без греха? Пусть первым бросит в нее камень. Где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя? Никто, господин. И я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши. Я свет миру. Кто идет за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Твоим, Иисус, прикоснись ко мне, во мне твоя жизнь, святая жизнь.
Простираюсь к тебе, мой Бог, моя любовь. Поклоняюсь тебе за все, за прощение твое. Простираюсь к тебе, мой Бог, моя любовь. Поклоняюсь тебе за все, за прощение твое. Ты забрал мою боль, ты забрал мою скорбь, ты мне дал свой покой, ты мне дал свой шалом. Как хочу припасть к ногам твоим, Иисус, твоя любовь. Святая жизнь, простираюсь к тебе, мой Бог, моя любовь. Поклоняюсь тебе за все, за прощение твое. Простираюсь к тебе, мой Бог, моя любовь. Поклоняюсь тебе за все, за прощение твое. Сердце с твоим билось в унисон. Я хочу твоих объятий здесь, сейчас, где твой шалом. Я хочу, чтоб мое сердце с твоим билось в унисон. Я хочу твоих объятий здесь, сейчас, где твой шалом. Я хочу, чтоб мое сердце с твоим билось. Я хочу твоих объятий здесь, сейчас, где твой шалом. Я хочу, чтоб мое сердце с твоим билось в унисон. Я хочу твоих объятий здесь, сейчас, где твой шалом. Простираюсь к тебе. Прощение твое.
За всю свою земную жизнь Иисус учил людей, кормил, исцелял, заботился о них. Получается, что люди находили в нем то, в чем так нуждались. Кто в исцелении, кто в милости и в прощении. Ой, благодетель! А какой он сделал триумфальный въезд в Иерусалим, помнишь? Все кланялись ему, не гордость ли это? Конечно, нет. Он только исполнил пророчество о нем и въехал в Иерусалим на молодом осле. Осанна сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна сыну Давида! Осанна сыну Давида! Осанна, осанна, осанна сыну Давида! Ты слышишь, что кричат эти дети? Запрети им! Разве вы не читали, что написано? Из уст младенцев и грудных детей ты устроишь себе хвалу. Осанна сыну Давида! Осанна сыну Давида! Осанна сыну Давида! Достоин ты чести и славы, Спаситель, Осанна,
повеки, текут прославления реки, повеки, 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 Осанна, повеки, Осанна, повеки, мы славим, мы любим, мы славим, мы любим, Осанна. Да, вот такой Иисус, честный, прямой, истинно учил пути Божьему. Да, конечно, но понимаешь, есть такая штука, как зависть, хитрость и предательство, и это очень ценится в этом мире. Это вы о чем? Это я об одном его ученике, об Иуде, который предал Христа. Так сказать, учил, учил, а он сдал своего учителя, и всего лишь за 30 серебряников. Вот такова цена всего. И после суда у Понтия Пилата Иисуса приговорили к распятию на кресте. Пропустите и поприветствуйте вашего царя! Спасал других, а себя спасти не может. Распни его. Он полагался на Бога, так пусть Бог теперь избавит его, если он ему угоден. Распни его. А ну иди вперед, хватит разговаривать. Послушайте, ну что он сделал плохого? Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне. Плачьте лучше о себе и о своих детях. Ведь если с молодым и зеленым деревом делают такое, то что же будет с сухим? Иди сюда! Ты кто? Я? Симон Киренянин. Так помоги вашему царю донести крест! Тяжестью креста, а толпа вокруг смеялась над тобой. В пыль дорожную падали капли крови, но никто не слышал стонов твоих. Ты шел на крест без страха и упрека. Твоя любовь покрыла все грехи. Ты шел на смерть, чтоб искупить погибших. За каждого из нас пролил ты кровь свою. Приближается к концу, ты все свершил, зачем был послан мир? Муки крестные не сокрыты от тебя, ты все знаешь, но не дрогнуло сердце твое. Ты шел на крест без страха и упрека, твоя покрыла все грехи, ты шел.
погибших за каждого из нас пролил ты кровь свою. Твое сердце вмещает всех, кто смеется над тобой в своих руках. Ты держишь нашу жизнь. Смотришь ты на нас, отвергающих тебя, а в глазах твоих надежда и любовь. Твое молчание было громче криков толпы. Капли крови твоей не затоптали ноги идущих. О, Голгофа, ты прошла через сердце мое. Дай познать мне, что значит этот крест. Ты шел вперед без страха и упрека. Твоя любовь покрыла все грехи. Ты шел на смерть, чтоб искупить погибших. За каждого из нас пролил ты кровь свою. Ты шел. Пролил ты кровь свою. Бесценна кровь твоя за каждого из нас. Ты распяли его. Был Иисус и нет Иисуса. Но не ищите его в могиле. Бог Отец Духом Святым воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах, выше всякого имени, и покорил все под ноги Христа. И у смерти нет больше жала, и у ада нет победы. Так вот что значит Пасха. Наша Пасха – это Христос. Я все поняла. Иисус, Он вместо меня пошел на крест, за мои грехи и Его кровь пролилась, чтобы я была прощена. Он отдал свою жизнь, чтобы я не погибла, и воскрес, чтобы я могла стать дочерью Бога и была принята в Его Царство навечно. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что не сравнится с могуществом Его.
хочу быть таким, как ты. Вот я пред тобой, ты меня возьми. Новое твори, я в руках твори. Ты со мной, Господь, я тебя люблю. Ты все, Господь, ты все и во всем. Oh, oh, oh.
Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты воскрес. Мы благодарим Тебя за то, что Ты победил грех.